активирует мои часы. И теперь они прекрасно работают. Вот, посмотри. Ну-ка, ну-ка. Какое сегодня число? Какое сегодня число, ребята? Отлично. Как там у вас у фиксиков говорится? Ну, когда работа сделана отлично. Отличная команда! Спасибо вам, фиксики! И тебе, Дим Димыч, спасибо! Нам еще ребята помогали! И вирус! Точнее, добрый помощник! Спасибо вам, друзья! Спасибо тебе, добрый помощник! Большое новогоднее спасибо! Вы мне очень помогли! А сейчас я готов выполнить любое ваше желание. С кого начнем? Можно я? Ноль, веди себя прилично. Мы хотим всей командой сняться в кино. Очень хотим. Но вы и так снимаетесь в сериале. Уже больше 100 серий. Вас вся страна знает. Сериал – это, конечно, хорошо. Но большое кино – совсем другое дело. Да, оно идет больше часа. Ух ты, дело хорошее. Надо помочь. А как мы это кино назовем? А вы еще не придумали. А давайте назовем его «Большой секрет». А что? Хорошая мысль. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Ну что ж, так тому и быть. Да будет фильм «Большой секрет». Ура! 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 Спасибо большое. Ну что, никого не забыл, а? Я же теперь ваш добрый помощник. Ну, подскажи. Так, я предлагаю сделать подарок, игру всем ребятам, друзьям фиксиков. Может, какой же ты молодец. Ура! Ребята, а вы любите играть?